Венспилский дом творчества был открыт 2 сентября 2010 года в реконструированном Венспилском доме латышского общества в рамках реализации проекта Европейского фонда регионального развития. Дом творчества может похвастаться самыми разными образовательными программами и программами непрерывного образования, современным планетарием и обсерваторией. Учреждение играет важную роль в жизни детей и молодежи Венспилса. Здесь они развивают свои таланты, получают новые знания и целесообразно проводят свободное время. В доме регулярно проходят смотры и концерты, в которых участвуют и сами воспитанники кружков Дома творчества. Среди традиционных мероприятий – празднование Дня провозглашения независимости Латвии, самые разные хоровые смотры, выступления танцевальной студии, театральные постановки, а также Хэллоуин, День Валентина и Венспилская поп-улица. Помимо прочего, Дом творчества предлагает и разные образовательные программы по интересам, например, спортивные, технического творчества, экологического просвещения и прочие. В Доме творчества работает студия современного танца, танцевальной аэробики, звукообработки, рисования, вышивания, изобразительного искусства, мастерская мягких игрушек и игрушек из дерева, хореографические ансамбли, фольклорные группы, вокально-инструментальные ансамбли, театральные студии, фотоклуб, клуб настольного хоккея, радиоэлектроники, автомоделирование, а также молодежный клуб. Дом творчества уже успел удостоиться множества наград. Например, в 2013 году на международном конкурсе «Самое долговечное здание» Дом творчества занял 2-е место. А в 2011 году он удостоился похвалы на конкурсе «Самое энергоэффективное здание в Латвии», а также занял 3-е место в номинации «Объект реконструкции смотра «Лучшее строение года в Латвии», организованном Латвийской ассоциацией строителей». И туристов, и самих жителей привлекают не только предлагаемые образовательные программы, но и планетарий с обсерваторией, которые пользуются огромной популярностью летом, особенно во время праздника города Венспилс. Кстати, на фоне остальных городов Латвии Венспилс выделяется тем, что имеет свою национальную валюту – венты, которыми можно рассчитываться и в Доме творчества. Добро пожаловать в Венспилский дом творчества!